На площади Славы находится мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне. На мемориальных плитах, окружающих вечный огонь, значатся имена десятков тысяч жителей Хабаровского края, не вернувшихся с фронта. Комплекс площади Славы формировался в три этапа в течение 10 лет. Торжественное открытие мемориального ансамбля состоялось 9 мая 1985 года. Вечный огонь мемориала был зажжен от факела, доставленного на бронетранспортере из Комсомольска на Амуре, где он был, в свою очередь, зажжен на заводе от мартеновской печи, введенной в строй в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, на главном мемориале Хабаровского края запечатлено около 40 тысяч имен воинов-дальневосточников, которые ценой своей жизни внесли весомый вклад в борьбу с германским фашизмом и японским милитаризмом.